Как вы думаете, когда вы будете лететь через Атлантику, вы выберете компанию, где вас будут обслуживать просто внимательные и заботливые стюардессы, или где сам хозяин компании в костюме стюардессы, хотя у него есть и борода, выйдет и обслужит вас? Я не сомневаюсь, что если бы вам дали бы возможность выбирать, да еще и цена этой компании, в смысле перелета, меньше, то вы выбрали бы эту компанию, потому что эта компания руководит Ричард Брэнсон. И это, наверное, и есть успех этой и многих других компаний, человека, которым я искренне восхищаюсь, Ричарда Брэнсона, потому что, вложившись однажды в собственный бренд, он этот бренд передает дальше всем своим компаниям, всем своим бизнес-начинаниям, и это всегда очень сильно выделяет их. По сути дела, он добавляет капитализации, добавляет актива любой компании, только прикоснувшись к ней. И хотя сам бренд человека вроде бы не материален, но в этой ситуации оказывается, что он стоит миллионы, а может быть даже и миллиарды. И я думаю, что вам будет интересно послушать о том, ну, о моем личном опыте строительства бренда. И об этом я расскажу вам на конференции «Герои молдавского бизнеса».